Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Cherry Amulet 2010 года выпуска. Двигатель 1.5, механика, передний привод. Пробег на автомобиле 74 тысячи километров. Загудел передний правый подшипник. Поднимаю автомобиль, снимаю правое колесо и откручиваем цапфу. Здесь на тормозном диске вентиляции нету. Отвертка, как я всегда фиксирую, не зафиксирую. Помощника нет, чтобы на педаль тормоза надавить. Поэтому я гайку привода откручу, ну, ослаблю сразу. Ключ на 30. А теперь поднимаю, снимаю колесо. Снимаю вот этот резиновый кронштейн тормозного шланга. Он стягивается со стойки. Все, вот мы его освободили. Сейчас открутим суппорт и повесим его на пружину, за пружину на стойку. Почищу маленько резьбы. И резьбу на рулевого наконечника. Брызну ВД-шкой. Ослабляю гайки стойки, гайки на 18, а болт на 19. Хорошо, болты не закисшие. Стойка тоже мокнет, надо будет тоже по-хорошему ее заменить. Наконечник у нас на 19 головка. Гайка туго идет. Сейчас немножко ее откручу и сверху еще залью. Пусть покиснет. А то если у нас палец сорвется и начнет прокручиваться в цапфе, я зажать сверху ее уже не смогу усилить, придать. Только придется гайку рубить. Лучше ее расшатать туда-сюда, смазывая. Сейчас мы ее раскатаем.
Нормально. Пошла хорошо. Все, гайка открутилась. Откручиваю гайку привода до конца. Откручу болт фиксации тормозного диска. Замечательно пошло. Так, ну теперь можно открутить сам суппорт. Это два болта, один вот этот верхний и один нижний. Болты на 17. Отверткой маленько отведу суппорт, чуть-чуть разжал его, чтобы колодки снять. Колодки еще живые. Подвесил суппорт за пружину наверху, вот так вот. Привод у нас отходит. Сниму шайбу. Гайки откручиваю. Болты пока не снимаю. Откручиваю шаровую снизу. Шаровая опора. Головка на 17. Болт тоже на 17. Выбиваем болт. Так, ну, я думаю, что она цена сойдет, пока я ее в расклин не забиваю. Снимаю рулевой наконечник, возьму съемник. Thank you.
Наконечник снял. Наконечник еще живой. Тяга живая. Снимаю тормозной диск. Отжимаю монтажкой шаровую. А нет, придется расклинить маленько. Здесь вот в прорезь забиваю отвертку. Опять же, не доходя до пальца. Все, шаровая пошла. А теперь снимаю болты. Выдергиваю болты и снимаю целиком цапф. Вот она, наша цапфа. Шаровая еще живая. Вот так ведет себя подшипник. Загудел. Откручу пыльник, чтобы его не помять. Два болта на 8. Пыльник здесь не цельный. Он находится не за ступицей. Он снимается сбоку. Выбиваю ступицу. Головка на 27. Да, придется срезать. Здесь паза нету под зубило болгаркой. Сейчас срежу ее и собью. Здесь у нас стопора с двух сторон, поэтому можно выпрессовать его. Сниму вот этот стопор. Стопор расшатал, беру круглогубцы.
Ну, а теперь беру его отсюда, выпрессовываю вниз. Бить не буду. Поставил старый подшипник от Land Rover задний, от Discovery. Все, подшипник вышел. А запрессовывать я его буду, наоборот, сейчас сзади сниму стопор, спереди поставлю и отсюда вниз его запрессую. Здесь проточки никакой нет, как у восьмерок, девяток бывает, но обойма повыше ступицы. Я попробовал, она отсюда нормально зубила, цепляется за нее. Начал бить, она пошла. Снизу кусок откололся. Вот так вот. И обойма сошла. Не надо было ее ни пилить, ничего. Протираем. И устанавливаем новый подшипник. Подшипник, который заказали, пришел. Размер его Т40-72х37. Так вот, подшипник пришел под номером А11-310-15. Но пришел фирмы NSK. У него размеры, как я и сказал, внутренний 40, 72, наружный 37, ширина. Но разобрав подшипник, я увидел, что он по ступице 39. Съездили, купили подшипник Stellex 40-30-005SX. По GM он также идет 90-27-93-32. Идет на Astra, на Omega. Вот у него нормальный размер, внутренний на 39. Так что устанавливаю Stellex. Ставлю на место стопорное кольцо наружное. Посадочное почистил. Смазываю силиконовой смазкой. И смазываю силиконовой смазкой сам подшипник. Запрессую его старым подшипником. Подшипник дошел до стопора. Устанавливаю задний стопор. Проверяем, чтобы стопор сел на место. Сидит он у нас на месте, верх и низ.
Запрессовываем ступицу. Смазываю силиконом ступицу саму. И подшипник. Пыльник я потом прикручу, так как у нас отдельно его можно поставить. Теперь я упираю во внутреннюю обойму. Ступица у нас сидит на месте. Никаких посторонних звуков нет. Идем устанавливаем пыльник. Идем устанавливаем на автомобиль. Протру палец. Палец смажу ВД-шкой. А привод смажу медной смазкой. Одеваю привод в ступицу и одеваю на шаровую опору. Медной смазкой смазываю болты. И наживляю гайки. Здесь видно, насколько есть свободный ход. После этого обязательно надо будет съездить на развал схождения, потому что колесо уйдет по-любому. Мажу болт шаровой опоры. Вставляю его на место. И наживляю гайку. Шаровую подтянул, устанавливаю, а не, наконечник я установлю в последнюю очередь. Почищу посадочное.
смазываю его, смажу посадочное, сразу резьбу смажу. Ставлю на место суппорт. Ставлю шайбу и гайку привода. Ну, теперь можно устанавливать на место наконечник. Резьбу тоже побрызгаю. А теперь приблизительно по старым местам подтягиваю стойку. От болтов старые следы остались. Вот примерно по этим старым следам я поставил. И затягиваю два болта на суппорте.
одеваю резиновый кронштейн на стойку крепления тормозного шланга. Устанавливаю колесо, опускаю и подтягиваю гайку привода. Все, суппорт я затянул, стойку затянул, рулевой наконечник затянул, шаровую опору затянул. Опустил автомобиль, колесо подтянул, а теперь подтягиваю гайку привода. Сильно тянуть не надо, но так, с достаточным усилием. Подшипник здесь, он ограниченной нагрузки, перетянуть его нельзя. Но если сильно затягивать, то можно расколоть обойму, но это опять же, это надо до безумия сильно тянуть. Здесь капроновое кольцо, стопорится, не стопорится, держится гайка на фиксаторе капроновом. На этом все. Замену подшипника передней ступицы я закончил. Всего вам доброго.